Итак, представляем, первый боец Павлов Алексей Иванович, тяжелый вес, прозвище Инженер. Город представляет город Жигулевск. Опа-опа, Жигулевск здесь. Против него Козлов Роман Владимирович, город Самара. Шума! Роман и Алексей. Команде стопки действительно прощаем. В сторону. Давай! Такое мясо! Что началось-то? Что пошло? Зрители! Стоп! Зрители с песка! Бегом! Только пресса, только видеооператоры у нас. И судьи на песке. Все, это победа! Козлов Роман Владимирович взял свою победу молниеносно. Взял и обломал всех зрителей. Ну как так можно? Они так ждали этого боя тяжеловесов. И... Парни, ну это стрелка. Самарская машина просто приехала и раздавила. Пару слов, ребятки. Кто готов? Ну, блин, я не знаю, давай сам, что хочешь сказать? Что-то ничего не охота говорить. Не надо, просто отмечать будешь победу, скажи? Конечно. Так же быстро, да? 10 секунд и спать. Конечно. Намного больше будет, блин. Откуда такой? Чем занимался? Расскажи. Боксом занимался 3 года. 3 года бокса. Все, вот ты его и завалил. Ну, а твой секрет победы? Дух, воля к победе. И самое главное, это уважение к сопернику. И вообще, ну, ко всем таким вот ситуациям. Слышишь, это для тебя. Девчонки из города Тольятти выбрали тебя фаворитом. Девчонки и... ждут тебя. Так, призы. Еще не забрал свой приз. Честь имею, спасибо пацанам. Тимашу. Кто знает, кто любит. Всем привет, горжусь этим. Спасибо всем. Кто знает, тот поймет. Давайте еще раз шуму наградим бойцов.